Давайте, прежде чем мы начнем говорить сегодня, давайте помолимся. Произошло одно очень важное событие недавно, вы знаете, да? Что президент Соединенных Штатов вышел на трибуну и провозгласил решение Конгресса 1995 года о том, что Иерусалим принадлежит Израилю полностью безраздельно. До сегодняшнего дня, вот эти вот 22 года, никто из президентов Соединенных Штатов не вспоминал об этом. Все уходили от этого каким-то образом. Трамп об этом вспомнил. Слава Богу за него. Я верю, что это президент, который поставлен Богом, потому что нет начальства, которое не от Бога. Он поставил его для того, чтобы, даже если его последнее президентство, и больше никогда его не изберут, я вижу, что он сегодня делает вещи, которые для Израиля являются осуществлением пророчеств. И этот человек, который заслуживает нашей молитвы. Поэтому давайте мы помолимся за Израиль и за то, чтобы просто у всех глаза открылись так же, как у него. Отец Небесный, мы превозносим перед Тобой, Господь, этот факт того, что сегодня, Господь, уже три государства пытаются так или иначе, вопреки проискам сатаны, Господь, признать город великого царя столицей государства Израиль, которую Ты создал в одну ночь, Господь, в которую Ты собираешь от всех концов земли народ свой, Господь. Также благословляем все власти и начальства нашей страны, Господь. Мы благословляем все власти и начальства всех стран, которые сегодня окружают нас, Господь. Коснись их, я знаю, что Ты не дашь, Господь, погибнуть народу Твоему, Господь. Мы знаем, что воля Твоя будет здесь, Господь, а воля Твоя в том, чтобы Израиль спасся. Господь, мы знаем, что Ты сегодня открываешь глаза тех людей, которые руководят другими странами, Господь. Положи им на сердце то, что они, благословляя евреев, Господь, будут благословлены сами, ибо то есть обещание Твое, Господь. Мы также благословляем президента Соединенных Штатов на дальнейшее мудрое руководство этой страной, Господь, на то, чтобы, Господь, Америка процветала и далее, Господь, чтобы христианство там, Господь, возрождалось. Это страна, Господь, которую создали христиане, Господь, и они сегодня во имя Иисуса, мы верим, будут поднимать свои церкви, а не угасать перед давлением сатаны. Во имя Иисуса Христа мы молим Тебя с верой в то, что все это совершается сегодня как исполнение Твоих пророчеств. Аминь. Аллилуйя. У нас скоро Рождество, если кто не помнит. Помните, что скоро Рождество? О, какого числа? Вот об этом как раз я и хотел поговорить. Разброс большой. От Песоха до Песоха. И на самом деле, вы знаете, мы точно знаем, какого Ниссана умер Иисус Христос на Христе и какого Ниссана Он воскрес. А? 21-го Ниссана он умер, 23-го он воскрес. Это мы точно знаем, какого года точно не знаем. Но на самом деле благословение заключается в том, что Бог скрыл от нас дату рождения Иисуса Христа. Знаете почему? Чтобы мы не перепутали. Мы так уже столько напутали в этой Библии. Каждый так настолько пытается понять Библию в свою сторону, что Бог думает так, ну ладно, он же всевидящий, он всезнающий Бог, он знал наперед, что мы тут напутаем, что мы тут сами себе натрактуем, натолкуем. И он изначально сказал, чтобы не перепутали, что наше спасение и дерзновение, с которым мы приходим к престолу его благодати, оно не заключается в рождении Спасителя, а в смерти его. И сегодня мы, кстати, будем творить это все его воспоминания, провозглашая смерть Господню, доколе он придет. Он сказал про дату рождения, умолчим. И до сих пор мы не знаем. Мы знаем только одно. Мы знаем, что это было в 4 году до нашей эры. Это 100%. А когда конкретно он родился, мы не знаем. Мы еще знаем одно. Мы знаем географию. Мы знаем, что он родился в Бейт-Лехеме, в Вифлееме. Это 8 километров от центра Иерусалима. И есть такая старая притча, когда одна католичка приехала в Иерусалим, в арабский квартал. И вы знаете, что арабский квартал в Иерусалиме состоит в основном из православных католических христиан. Там есть немного мусульман, но в основном они живут за пределами старого города. И она приходит туда, и ее фамилия, скажем, была Шварцман, скажем. Нет, Шварцман – это сильная еврейская фамилия. Тоже сильная еврейская фамилия.
Надо что-нибудь с ман, но только без... Гроссман, кстати, может быть. Мальман не может быть. Мальман сильная еврейская фамилия. Гроссман может быть. Гроссман может быть и немецкая фамилия. Так вот, приходит такая католичка в отель и берет консьерж, не консьерж, как он там называется, ну, неважно, короче, берет паспорт и говорит, мы евреям не сдаем места. Она говорит, я истинная католичка. Он, недолго думая, говорит, ну, если вы католичка, тогда скажите, пожалуйста, кто является спасителем всего человечества? Она говорит, Иисус Христос. Говорит, а кто был его мать и отец? Говорит, Мария и Иосиф. Говорит, хорошо, вы знаете Библию, я, наверное, вам действительно сдам номер в нашей гостинице. Она говорит, вот вы знаете, говорит, из-за таких, как вы, кстати, когда было Рождество Христово, говорит, когда не давали евреям селиться в гостиницах, Мария и Иосиф были вынуждены переехать в Вифлеем, там, говорит, снять какую-то пещеру, говорит, Иисус родился в какой-то пещере вместо того, чтобы родиться в комфортабельной гостинице. На самом деле, проповедь даже не о Рождестве. До Рождества, да. У нас до Рождества еще есть время, мы еще поговорим о Рождестве не один раз. И мы сейчас готовимся к Рождеству. У каждого, я думаю, дома есть все-таки предрождественское настроение. Все-таки зима на улице, лютая израильская, если вы не обратили внимания. И мы сегодня поговорим вот о чем. Для чего нам нужно вообще искать Бога? Вот кто задумывался? А? Чтобы что? А, ну просто как бы, ну вот так вот. Для чего нам нужно искать Бога? Библия много говорит о том, что нужно искать Бога, ищите лица Божьего, ищите моего лица. Да для чего? Мы не понимаем, для чего нам нужно искать. А некоторые понимают, но объяснить не могут. А некоторые понимают и объяснить могут, но не объясняют. Давайте попробуем разобраться с тем, для чего же нам нужно все-таки искать Бога. Плач Иеремии, 3 глава, 25 стих, написано. «Благ Господь к надеющимся на Него и к душе ищущей Его». Благ Господь к надеющимся на Него. Плач Иеремии, 3 глава, 25 стих. Значит, для тех, кто конспектирует проповедь, пожалуйста, пересядьте на эту сторону зала, потому что вон там написаны стихи, и там же есть места Писания. Или встаньте вот здесь рядом, смотрите, что у меня написано. Места Писания у меня тут написаны. Тоже как вариант. Конспектировать проповедь надо. Это хорошая тема. Потом есть о чем проповедовать дома. И обсуждать на домашней группе. Аминь. Итак, 3.25, плач Иеремии. Не путать 3.25 Иова. Там написано все самое страшное, что я планировал. Все пришло ко мне. Это совсем не то. Мы сейчас говорим про плач Иеремии 3.25. Окей. Зачем нам искать на самом деле лица Бога? Давайте мы с вами сейчас... Вы знаете, я не люблю гулять по Писанию, но в данном случае нам придется погулять. У кого есть Библия, открывайте. У кого есть телефоны, открывайте. Я разрешаю сегодня на своей проповеди смотреть в телефоны. Я не буду проверять, куда вы там смотрите, но надеюсь, что вы смотрите все-таки. Да. Давайте посмотрим с вами такое местописание. Первое – это Псалом 104, с 3 стиха. 3 по 6 стих, Анатолий. «Хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда». Вспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы – семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Аминь. Это про нас. Это про нас. Итак, здесь написано, что мы должны веселиться, что Он благоволит и так далее, и так далее. Но все же вот Библия как-то нам не очень сильно дает понимание, для чего же нам все-таки нужно искать Бога. Я вот... Сидел уже много дней, вот мы как-то на домашнюю тему обсуждали эту тему, искал, вот для чего Бог все время говорит, ищите, взыщите меня, найдите меня, ищите моего лица. Очень много раз повторяется, везде написано, что Он благоволит, да, и что у тех, кто ищет, все будет хорошо, но нигде не написано, для чего конкретно. Ну, то есть, да, ну, благоволит, понятно, хорошо, а в чем конкретно благоволит? Нигде не было написано. И... Я
занимался исследованием этой темы именно на основе Ветхого Завета, и мне захотелось заглянуть немножко на секундочку в Новый Завет. Есть такая книга. У некоторых отдельно, у некоторых вместе с Библией идет. Так вот, в Новом Завете есть ответ на этот вопрос. И я думал, неужели вот только один ответ есть на этот вопрос в Новом Завете? Вы знаете, истинный ответ в Новом Завете только один раз упоминается на эту тему. Для чего нам нужно искать Бога? И вы, наверное, удивитесь, но вы это место Писания читали уже неоднократно. Давайте откроем с вами Иоанна. Не знаю, поместится у тебя здесь или нет. Первая глава Евангелия от Иоанна, с 45 по 51 стих. Прочитаем его весь и разберем его по двум кусочкам. Иоанна, 1 глава, 45 по 51 стих. Филипп находит Нафанаила. Отвлекусь на секундочку. Говорят, самым большим чудом Иисуса Христа было найти в Израиле евреев с именем Андрей, Филипп и Петр. На самом деле никакого чуда здесь нет. Галилея была языческая очень долгое время, потому что она когда-то принадлежала Израильскому царству. Помните, да? Было два царства, иудейское и израильское. И Израильское царство из изгнания не вернулось. Израильское царство осталось в изгнании там. И вернулось сюда несколько иудеев, которые основали город Назарет. Такая историческая справка. Город Назарет был основан первыми мессианскими евреями. Первыми мессианскими евреями, которые на основе Исаии и Иеремии, на основе двух стихов, построили город Назарет. На иврите он называется Нацерет, от слова Нецер. Нецер – это отрасль, о которой мы сегодня почитаем. Это отросток из дома Давида. Помните, да, такое местописание? И вся Галилея была языческая, вся была греческая. И только вот этот вот городок, который назывался Назарет, остался, будем так говорить, оплотом евреев в языческой Галилее. Назаретян не любили, просто не любили, потому что они как-то обособленно жили, как-то договаривались с язычниками, что их не трогали, потому что все иудейское царство вернулось в Иудею, обстроили свои города, обнесли стены, храм, эти самые города стенами и прятались там. А эти нет, эти жили обособленно, их не любили, вот реально не любили. Но они верили, что придет Мессия. Они точно знали, откуда он придет. Они точно знали, почему они это сделали. Этот город они создали именно в Галилее. И сейчас мы об этом с вами прочитаем. Давайте сначала прочтем это место Писания, где есть ответ на вопрос. Итак, Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о ком писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифа, из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Это первая часть. Перерыв. Вторая часть. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я сказал тебе, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». К Сыну Человеческому один раз, мы помним, восходили и снисходили ангелы. В самом начале. Это был Иаков. И он увидел место, написано, что была лестница, наверху был Бог, и ангелы сходили и нисходили. Больше этого никто не видел. А? Пнеэль, да. А здесь Иисус говорит: «Теперь будете видеть». И для многих тогда живущих людей это было знамение того, что Царствие Божие приблизилось к ним. Потому что до этого, если вы помните, было 300-летнее молчание Бога. Вообще Бог не разговаривал с израильтянами ни через пророков. Как только они услышали краем уха, что есть кто-то, кто пророчествует на Иордане возле Иерусалима,
пол Израиля туда стеклось. И все спрашивают, что нам делать? Как спастись? Что делать? Как спастись? Иоанн Креститель там был. А теперь пришел Мессия. И обратите внимание, что говорит Филипп. Филипп — это в переводе с греческого «любитель лошадей» всего-навсего. Филиппус. Он говорит, смотрите, что он говорит Нафанаилу. Он говорит, мы нашли. Это значит, что они искали. Потому что вся Библия говорит, ищите, 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 ищите. И они искали. Они очень хорошо знали Писание. Тогда другого Писания, тогда не было посланий Павла. Тогда Павел уже был, очевидно, но еще тогда послание не писал. Они нашли. И наша задача с вами продолжать искать. Потому что сегодня, вот вы видите, да, что Нафанаил поверил, потому что сказали ему. У нас еще одно есть место Писания, где один неверующий поверил, потому что увидел. А ему сказали, вы блаженны, потому что видите, но блаженнее вас те, которые не видели и уверовали. То есть Иисус говорит, а теперь нужно продолжать искать. Но только он уже сказал, чего конкретно. Он сказал, ищите Царствие Божьего. Царствие Божие может ли быть без царя? Нет, конечно. Если он говорит, ищите Царствие Божие, он теперь говорит, он расширяет эту заповедь. Он говорит, ищите не просто меня, не просто Бога, а Бога и все, что Его. Все, что Его. И тогда все остальное приложится к вам. То есть здесь Филипп, который говорил Натанаэлю, говорит, я ходил и нашел, и говорит, я нашел сына Иосифа из Назарета. Тут говорит, из Назарета, это что, хорошее может быть? У Натанаэля, у Нафанаила, у него было на сердце понимание того, что он тоже читал Писание. На основании Писания откуда должен появиться Мессия? Из Бифлеема, да? А тут говорит, мы нашли Сына Божьего из Назарета. Он-то ждал из Вифлеема, и у него непонимание. Он говорит, слушай, ну разве может быть что хорошего из Назарета? Это же даже не город Давидов, да? Давайте с вами прочтем следующее местописание. Это Исаия, 9 глава, с 1 по 7 стих. «Прежнее время умолила землю Завулунову и землю Нефалимову». Это там как раз, на севере. Это Галилея. «Но последующее возвеличит Приморский путь». Помните, те, кто были с нами на экскурсии в Галилее, я говорил, что был Приморский путь, который шел, помните, да? Сейчас там второе шоссе проходит по Приморскому пути. Но факт, возвеличили же Приморский путь. Пророчества сбываются, второе шоссе. «За Иорданскую страну и Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться перед тобою, как веселится во время жатвы, как радуется при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Медиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела, на престоле Давида в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Вот это Натанель упустил про Галилею языческую. Потому что все тогда ожидали Мессии. Все ожидали, все, уже всем вот так надоело. Сначала греческое правление, потом римское правление. Все ожидали Мессию. Все верили в Мессию. Не было ни одного, кто не верил в Мессию. Раби Илель, который, мы знаем, был, по-моему, если я не ошибаюсь, 200 лет до нашей эры, он писал, что придет человек, избранный Богом, и умрет за грехи всего народа. Раби Илель до сегодняшнего дня считается одним из, вау, каких известных мудрецов. Если кто когда-нибудь увлекался иудаизмом, как я, знают, есть, да, Бейт Илель, Бейт Шамай. Слышали когда-нибудь, да?
Окей? Все ожидали Мессию. Но смотрите, что здесь говорит Писание. Почему они ожидали совсем не такого Мессию? Почему они ожидали Мессию, который, давайте вот возьмемся за меч, как сказал Петр, да, и сейчас всех порубаем на шматочки? Иисус говорит, мы не такие. Вы не познали Отца, если вы такие вещи говорите. Потому что здесь в пророчестве написано, что ярмо, тяготившее его, кого? Жезл? Кого? Людей, да? Жезл, которым они были управляемы, и ярмо, где это было написано? Да, ярмо, тяготившее жезл, поражавшее его, и трость притеснителя его ты сокрушишь, как в день Медиама. Сокрушишь, как в день Медиама, было мечом, если вы помните. Мечом. Поэтому большинство мессий, которое приходило в Израиль, в том числе мессия по имени Варава. Варава – это имя еврейское, которое, вернее, арамейское, которое звучит на арамейском как Бар-Аба. Бар-Аба в переводе – это сын отца. Так вот, какого отца и какого сына они хотели, чтобы выдали им на Песах обратно? Они оба были сыновьями отца. Только один был отца земного, а другой отца небесного. Но он назывался Мессией. Он был зелотом, но он пришел с мечом, и все думали, что он Мессия. Его за это посадили в тюрьму, его за это должны были распять, как государственного преступника. Но фарисеи сказали, отпусти, отдай нам Вараву, а этого распни. Потому что за Варавой не шел никто. А за Иисусом на тот момент ходило больше 30 тысяч человек. Для населения тогдашнего Иерусалима это колоссальное количество людей. Колоссальное. А тем более, что они, имея этот факт, что за ним ходило больше 30 тысяч человек, они еще сказали Пилату, что он выдает себя за царя. Он говорит, царь. Но когда Пилат спросил его, ты царь иудейский? Иисус сказал ему, ты сказал. Пилат очень понимал, что у него сейчас наступят какие-то проблемы, тем более жена ему еще, он жену слушал, наверное. Он, да, молодец. Он сказал, не нахожу ничего достойного смерти. Но тем не менее, они его казнили. Но мы сейчас не о казни, а о пророчествах о Рождестве. Так вот, откуда они узнали, откуда, почему, вернее так, почему Филипп сказал, что он узнал, что он нашел. На каком основании? Тогда же ведь не ходили с Таудат-Зеутами, не было диплома второй степени мессии, там чего-нибудь. Не было же удостоверения. Картисовет такой, знаете? Мессия на полную ставку. Не было. 30 мессий только в одном Иерусалиме было. 30 мессий, которые, да? Помните дискуссию между... я вот как сейчас помню. Между... раввинами в Синедрионе, да? Когда один сказал, говорит, что чего вы так беспокоитесь? Если это от человека, само пройдет. А если от Бога, то лучше нам не вмешиваться. А? В том числе. Поэтому они видели деяния Сына Божьего по Его делам. Помните, мы читаем с вами Евангелие от Матфея, мне очень нравится читать. Они все белые верующие, как бы, да? А вот там что-нибудь Иисус сделал, и уверовали они. Опять что-нибудь сделать, и уверовали. Я говорю, что вы делали до этого? Да? На самом деле, это сложности сильно дальнего перевода. Это не уверовали они, написано, а укрепились в вере, утвердились. И они реально, вот я говорю, да, если представить себе, ну, тогда книг не было, они ходили просто со свитком Торы за Иисусом, вот так. Да? Он что-нибудь сделал, они раз открывают, а, о, все, и галочку поставили. Мессия. Ну, примерно так. Ну, а иначе как они еще утверждались в вере? Но единственное, что я думаю, что нужно отдать им должное, они все-таки знали Писание, в отличие от нас. Мы не так хорошо знаем Писание, нужно заглядывать, телефон, поиск, симфония, все такое. У них все это было в голове. Может быть, не было интернета, да, или тогда просто там еще не было антенн, не ставили в Галилее. Итак, Исаия, давайте вернемся. 7 глава, 14 по 16 стих, еще одно пророчество. Итак,
Сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь и отвергать худое и избирать доброе, земля, та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Давайте вспоминать, как оно было. Евангелие от Луки. Иисус приходит 12 лет, и Евангелие от Иоанна тоже упоминает, приходит 12 лет в храм, и там остается. А потом пришли родители, сказали ну-ну-ну. И дальше он был где? В Назарете. В повиновении. То есть до этого он был не в повиновении. А потом пришел и стал в повиновении. То есть, когда Писание нам говорит, что и Бог пришел на землю в человеческом обличии и не посчитал уничижением для себя стать человеком, он начал подчиняться человеку. Представьте, Бог начал подчиняться человеку. А что делать? Исполнять заповедь-то надо, почитай отца и мать свою. Ну, это я утрирую. Но факт, что он 30 лет, спрашивает, где он был 30 лет? Разные там есть инсинуации на эту тему. Да, написано, что пока он будет выбирать между добрым, понимать, что выбирать, добро или зло, двое царей с земли, которых ты страшишься, покинут ее. О какой земле идет речь? В том числе. Об израильской. Об израильском царстве. Там два Ирода поменялось. Два Ирода поменялось. Можно говорить, что боялись они еще и земли Междуречия, ну, как это называется, Вавилон, да? Вавилонского, там тоже два царя поменялись за это время. То есть пророчества начинают сбываться именно в нем. Они читают Писание просто и смотрят на человека. Написано, «Се дева в чреве понесет». Я напоминаю, что Мария забеременела до того, как вышла замуж. Помните? То есть они реально смотрели на людей, на дела этого человека, которого они знали как сына Иосифа из Назарета, и говорили, он Мессия, он Сын Божий. Теперь вернемся немножко в историю, продвинемся немножко в историю города Назарет и прочитаем с вами Иеремия 33, 14, 18. Иеремия 33, 14, 18. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль, нецер, праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут ему имя Господь оправдание наше. На иврите Адунай Циткейну. Ибо так говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Давидова, и у священников левитов не будет недостатка в муже перед лицом моим, во все дни возносящим всесожжения и сожигающим приношения и совершающим жертвы. Ага. Теперь давайте посмотрим, в чем проблема этого места Писания. Речь идет о скольких людях? О скольких личностях, вернее, здесь идет речь? Об одном. Об одном. Но здесь же написано, что он будет и царем, и священником. Я боюсь сейчас прогневать память великого царя, но был такой царь в Израиле. Звали его Александр Янай. Слышали про такого? Ты один слышал про него? Может, вы с ним знакомы были? Царь из династии Хасмонеев. На тот момент, когда он воцарился, Хасмонеи были тогда очень уважаемые люди. Они все-таки победили Антиоха, и у них все было хорошо. Их народ любил. Но воцарился царь Александр. И он был такой ревностный поклонник Торы Моисея. Просто вот ревностный поклонник Торы Моисея. Просто вот даже некоторые думали, может, это он Мессия вообще. Потому что он пришел и говорит, да не будет ваших здесь вавилонских традиций в моем храме.
в храме моего Бога ваших вавилонских традиций не будет. Он все, что священники туда проносили, все эти вот инструменты, которые не относились к тому, что у Моисея написано, все повыкинул оттуда. Сказал священнику, уйди, я буду теперь вести. И он провозгласил себя первосвященником. Был царем и священником одновременно. Все делал правильно. Все прям по Торе, кроме одного. Он не был ни из династии Иуды, ни из дома, ни из дома Аарона и Цадока. То есть, ну вообще, ни священник, ни царь. Но, тем не менее. Думали сначала он будет, но потом он умирает. И все понимают, опять не Мессия. Но пророчество-то есть. А проблема у народа какая? Из дома Иудина больше никто в храме, из дома Иудина в Иерусалиме никто больше не правит. А из дома Цадока вот-вот все закончится со священниками. Тем более приходит Понтий Пилат и ставит своего ставленника Каяфу, который вообще даже не еврей, первосвященником в храм. У народа просто... Вы себе представляете состояние народа на тот момент? Как и они ждали этого Мессию, который будет и царем, и священником, и еще все эти трость управляющего сокрушит, там, и жезл, и все остальное. Тут приходит Иисус на ослике. Они, здрасте, пожалуйста. Но те, кто смотрели за тем, что он делает, они стояли на входе в золотые ворота в храме, и кто-то одежду свою под ноги ослику, кто-то на ослика. И все, спаси нас, Ошиана, Осана, спаси нас. Они понимали, кто пришел в храм. И представляете, вот этот народ кричал ему, Ошиана, спаси нас. Кидал ему пальмовые ветви в России, и они кидали ему вербовые ветки. Одежду свою кидали. И потом они же плевали ему в лицо, когда он нес свой крест по Виа Долороса, который сегодня так называется. Но он для этого пришел, он для этого родился. И вы знаете, сколько лет Иисус служил народу со своего крещения и до смерти? Почти 3,5 года. Сколько дней из этого мы знаем точно, что описано в Евангелии? 53. 53 дня. Из 3,5 лет, описаны в Евангелии. За эти 53 дня, которые мы просмотрели, мы не только убедились в том, что это Мессия. Ну, я не знаю, как кто, я точно убедился. Но мы еще и познали характер этого Мессии. Мы поняли, что Он Мессия. И то, что Филипп сказал, мы нашли, мне... Когда я только начал читать Евангелие, ничего не говорило, почему мы нашли. А когда я прочитал одно Евангелие, второе Евангелие, третье Евангелие, четвертое Евангелие, мне захотелось его найти у себя в жизни. Потому что нигде не написано, что Иисус пришел и умер за нас. Написано, Иисус пришел и умер за меня. И я хочу у себя в жизни найти Бога. И я начал искать, где этот Бог у меня в жизни. Где этот Мессия, который придет ко мне, я скажу, я нашел. Мне просто сказать, Иисус Мессия, амен. Я хочу это прочувствовать, я хочу, чтобы в сердце у меня родился. Рождество у меня должно быть здесь, в сердце. Чтобы родился Спаситель, чтобы я увидел эту Вифлеемскую звезду, как колдуны из далекой восточной страны, колдуны, которых Бог сказал камнями побивать прямо при входе. Они знали, что родится царь. Они пришли к царю и спросили, где царь. Представляете состояние Ирода на этот момент? К нему приходит, он сидит в короне там, со всеми делами. Где царь? И написано, весь Иерусалим встревожился. Ну ничего себе, колдуны пришли на царя, смотрят, где царь? Причем родился. Вот сидит же. Не-не, это мы не знаем. Я параллельно место нахожу, когда 7 этих детей первосвященника пришли беса изгонять. Он говорит, Иисуса знаю, Павел мне известен, вы кто такие? Они пришли, ты кто такой? Мне царь нужен. И весь Иерусалим встревожился. Я хочу у себя найти эту Вифлеемскую звезду, увидеть, пойти за ней и найти его, и пойти поклониться ему в том месте, где он родился. Я не знаю, где эта пещера находится. Да мне не нужно знать, где эта пещера находится. Они все ходят в пещеру, которая типа гроб Господень,
они ходят туда, географически он там, но понятно, что он там 25 метров под этим. Окей, не проблема у меня с этим, но мне туда не надо заходить, я знаю, что гроб пуст. Ну так в Писании написано, которому я верю. Написано, гроб пуст, чего мне туда ходить? Да, мне нужно найти эту пещеру, где я могу прийти и поклониться ему, этому царю, который родился, чтобы спасти меня. Потому что написано здесь, еще раз, они ходили, искали и нашли. Я хотел искать этого Бога у себя в жизни. Я искал его 20 лет. Я первый раз поверил Богу, когда мне было 17 лет. Мне сообщили, что я еврей. Да. Че? В то, что я еврей? Морально я был к этому готов давно. Потому что, просматривая фотографии и документы, исходя из фамилии и носов, я уже давно понял, что там что-то нечисто. И что эволюция, она как-то не укладывается в семейное дерево у нас. Орангутанам там места нету просто. Я прочитал, смотрите, мне повезло, мне реально повезло. Я, когда узнал, что есть израильский культурный центр в Ташкенте, есть Ташкента, я пошел туда, и я пришел туда и объяснил ситуацию. Там стоял такой, такого роста, его звали Бенци, он Бенци. Директор этого израильского культурного центра, он такой был рад, что пришел еврей, попросил чего-то, чтобы ему объяснили. А он, видимо, всю жизнь ждал, чтобы кому-то что-то объяснить. И он начал... у него английский хороший, но с жутким местным акцентом, а у меня английский хороший, но с тем акцентом. И мы друг с другом, значит, это самое. И он мне говорит, слушай, я не знаю, что... А у него все еще в коробках стояло вообще. Он мне говорит, я не знаю, что тебе дать. Говорит, ну на, вот тебе вот на. Достает мне книгу вот так вот. И говорит, это тебе в подарок. Тора. В переводе с иврита, иврит русский, знаете, вот, без комментариев. Сегодня Тору без комментариев тяжело найти. Сегодня вот такая книжечка Танах, вот такая, и комментарий. Бесконечные полки. Я прочитал Тору, я не знаю, конечно, когда числа читал, у меня мозги вскипели, я не любил математику никогда. И мне до сих пор читают числа, у меня мозги вскипают. Но если Богу было нужно тебе написать, значит, нужно было написать. Я все пытаюсь понять, для чего мне это нужно. Как на мое спасение это влияет. Но не открыто мне пока. Но все остальное меня касалось. Особенно книга «Бытия». Просто, вообще. Особенно пророчество Якова на Иуду. И не отойдет жезл. Я думал, да у этого должен быть какой-то счастливый конец. Где-то через полгода после... А я ходил в синагогу, там все дела. Борода, кстати, оттуда. Ну да. В какой-то газете, я не помню, то ли «Юность» был журнал, то ли что-то в этом роде, напечатали Евангелие от Иоанна. Почему именно Евангелие от Иоанна, я не знаю. Но это было первое Евангелие, которое я прочитал. А там вот это написано. Мы нашли того, о ком писал. И все так гладко, все сходится один к одному. Я говорю, о, я же говорил, должен быть счастливый конец. Вот он. И я, значит, радостный вместе с Евангелием от Иоанна иду в синагогу к нашему раввину. И говорю ему, слушай, я нашел. Он так на меня посмотрел, говорит, знаешь что, ты, конечно, можешь это почитать. Красивая история. Ну, если ты внимательно вникнешь, ты поймешь, почему мы в это не верим. Я думаю, ну, вы вообще нормальные? Тут же, черным по белому написано же, что? Он говорит, много красивых историй написано после великого Моисея. Я говорю, так, ладно, короче, вы ничего не знаете, я пойду в Израиль, там точно знают. Вы неправильные евреи, я в Израиле выясню. Я приехал в Израиль, я год, даже больше ходил в синагогу, читали Тору, читали Авторот, все как положено. Потом я подхожу уже, спрашиваю, про Иисуса-то когда будем разговаривать? Мне говорят, так мы же разговаривали же. Иисус Навин. Я говорю, не. Вот, сын Иосифа из Назарета. Меня чуть камнями там не побили. И я разочаровался. Вот то, что я хотел вам сказать. Я разочаровался в Боге. Потому что я
ища Бога, начал смотреть на людей. И люди меня не устроили. Как много из нас ищут Иисуса, но смотрят на людей и говорят: «Не, мне такой Иисус не нужен». Да это не Иисус, это я. Иисус там, одесную Бога на небесах. Это я. Моя задача тебе про Иисуса рассказать. Ты должен с Ним сам встретиться, должен испытать Рождество у тебя вот здесь, вот. Вот тут. И праздновать его каждый день, потому что дату мы не знаем. На всякий случай каждый день надо праздновать. И радоваться. Я на 20 лет отошел от Бога. Я был нормальным местным религиозным евреем. Как это не бывает? Дорогу перейди из нашего дома. Я же говорю, не бывает. Там эти. Толпами там. Пингвинленд. Там еще секта у нас заседает, прямо напротив нашего дома. Господь так захотел, чтобы мы церковь домашнюю организовали напротив Бейт-Хабад. Секта. Местная религиозная секта, Хабад называется. У них этот бородатый дядька Мессия. Ну, мы таких знаем уже. Короче, на 20 лет я отошел от Бога, потому что разочаровался в нем, потому что люди меня не устроили. Я 20 лет был нормальным религиозным евреем. Что такое нормальный религиозный еврей в нашей стране? Это человек, который ходит 2-3 раза в год в Иерусалим, потому что так написано. На Песах, на Шавуот и на Суккот ездит, наматывает себе эту космическую антенну на голову, одевает тфилин, молится неизвестно о чем. Оказывается, я 20 лет молился и произносил проклятие на евреев. Беркат Аминим, если кто-то знает, что это такое. Одна из 18 благословений, где проклинаются как раз христиане. И 20 лет я эту молитву произносил. Занимался колдовством, потому что иудаизм не запрещает заниматься колдовством. Я занимался каббалой, потому что каббала, ну, сатанизм, знаете, да, каббала — это одно из проявлений сатанизма. Сатанизмом тоже иудаизм не запрещает заниматься. Всем этим я занимался здесь. Но я все-таки, у меня внутри не было мира. Я хотел Бога в своей жизни. Я не мог понять, где Он. Почему католики ходят с крестами, поют «Аллилуйя», и у них в глазах счастье, эти, которые стоят, поклоняются стене. Я говорю, что они поклоняются стене, а не живому Богу. Потому что они о Боге знают все, но они Бога лично не знают. И я таким же был. Я о Боге знал все. Спросите меня о Боге, я вам все про Него расскажу. Все Его свойства, качества, характеристики, все расскажу. Но Бога лично я не знал 20 лет. И мне хотелось этого Бога испытать. Я ходил на Рождество в католическую церковь, думал: блин, вот им классно. Вот класс, вот они действительно счастливые люди. Но я не верю же в крест. Чем мне? Я же еврей. Я же не могу идолу поклоняться. Я понимал, что Иисус был, но я никогда не думал, что Он Сын Божий. И когда я пришел к Богу, 4 года назад почти, 6 февраля 2014 года, я этот день помню, день крещения не помню, день своего рождения свыше я помню. Я пришел к Богу, я испытал такую любовь. Я могу вам сказать, что я испытал любовь, которую я никогда не испытывал. Потому что я рос без отца, я не знаю, что такое любовь отца. Потому что я никогда не был наркоманом, а я знаю, что это не кайф, потому что я не знаю, что такое кайф. Я никогда не был алкоголиком, а я не могу сказать, что это был пьяный угар, потому что я не знаю, что такое пьяный угар. Это была любовь. У меня текли слезы градом. Меня внутри переполняло. И я просто... у меня внутри родился Бог. И это было мое Рождество. Мое личное Рождество. Там. Я увидел, что Бог может родиться у каждого в сердце. Но я офицер. Да, там был уже офицер, да. Религиозный. Я прихожу домой и говорю: значит так, всем равняйся смирно. Через неделю идем в церковь. У меня в отряде был один человек. Мама.
Она мне начала рассказывать плачевную историю о том, как она не сможет пойти в церковь. Работа. Я сказал, ничего не знаю. Я говорю, мы идем в церковь, значит, не пойдешь на работу, и все. Я-то верил, что она пойдет в церковь, то есть у меня вариантов не было. Знаете, у меня друг, он офицер советской армии, он говорит, многие родители отправляют своих детей насильно учиться в учебные заведения, да? Там, вот ты пойдешь туда учиться, ты пойдешь туда учиться, да? А у меня, говорит, мне выбор дали. Мне отец сказал, значит, ты пойдешь, говорит, либо в танковое, либо в общевойсковое. То есть для отца не было вообще, ну, вариантов нет, что его сын будет не офицер. Так не растет просто. Более того, у них в семье, если рождается мальчик, он всегда Олег. По-разному, но мальчик всегда Олег. Все Олеги Олеговичи, все. Офицеру так проще. Поверь мне. Офицеру так проще. И вы знаете, служение в субботу, на которое нужно пойти. В четверг мама мне говорит, ну все получилось, я смогу поехать в службу. Я же знал. Мама пришла в церковь. Покаялась, с тех пор я и мой дом служим Господу. Но много, много разных было событий. Было крещение очень волнительное. Я прочитал всю Библию от корки до корки раз 5 месяцев за 2, наверное, если не больше, не меньше. Но вот это Рождество, которое у меня произошло там, которое я ждал 20 лет, да я искал, где этот Бог, кто этот Бог, почему я должен с этим Богом идти. Я понимал, что я должен идти с этим Богом. Но я не понимал, где это, как это происходит, почему Бетлехем, почему я хотел своего личного Бога. Мой личный должен быть Бог. Мои личные с Ним взаимоотношения, я его испытал. И когда я его испытал, я сегодня, когда читаю эти строки, я вспоминаю себя 20 с лишним лет назад. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, мы нашли. Нашли, я нашел. Я хочу, чтобы сегодня и вы нашли. И если вы еще не нашли, чтобы вы нашли, вы найдете его. Потому что Иеремия, 29 глава, 12 по 14 стих. Я позволил себе сделать ему обрезание, этому стиху. Я выбрал из него, не то, что я выбрал из него, а я взял из него то, что меня коснулось. Он продолжается, этот стих, 14-й. Но я выбрал из него то, что меня коснулось. То, что поддерживает сегодня наше Рождество, оно не противоречит Библии, не противоречит доктрине. Итак, «И воззовите ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим, и я буду найден вами, говорит Господь». Я хочу, чтобы сегодня, когда у нас есть классный повод, мы забыли на секундочку про Санта-Клауса. Я говорю вам, как человек, который прочитал за 2 месяца Библию раз 5. Там не написано про Санта-Клауса. И даже про оленей не написано, кроме одного места, где он соскучился по воде. Еще там многие олени было. Я хочу, чтобы мы сегодня в преддверии Рождества задумались, а родился ли у нас Иисус в сердце. Классно прославлять Его, поднимать руки, классно кричать «Иисус Господь! Чуё!» Это Господь на корейском. Классно. Классно ходить по местам, по которым ходил Иисус. Классно говорить о Голгофском кресте. Классно принимать хлебопреломление, делать трапезу Господню. Классно верить в то, что Он есть Господь и Бог всего. Можно вас попросить, Бог всего? Это классно, но это всего лишь навсего вера. А знаете, чем мы отличаемся от апостолов тех, которые ходили с ним 2000 лет назад? Они не просто верили,
Они знали, что это Бог. Они знали, что Он пришел к ним. Он им сказал: послушайте, вот это, если вы не будете есть и пить, вы не мои. И 5000 человек, как корова языком. Он сказал: а вы что? Идите. И сказали: нет. У тебя глаголы вечной жизни. Они знали. Я хочу, чтобы мы все знали, кто такой Бог. Я хочу, чтобы все знали, кто такой Иисус в нашей жизни. Почему Он мой Спаситель? Почему, когда я принимаю водное крещение, я говорю: я принимаю Иисуса как Господа и Спасителя своего? Потому что Он родился у меня в сердце. Он Бог всего. Он Бог нашего сердца. Он Бог нашей жизни. Он Бог нашей смерти и воскресения. Потому что Писание говорит, что все положил к Его ногам. Все положил к Его ногам. И сегодня наше – это Его. Все, что наше – это Его. Мы сегодня здесь по Его милости. Мы сегодня здесь, потому что это Он родился. Мы сегодня здесь, потому что это Он жил. Он исцелял. Он был гоним везде. В Него плевали. Его поносили. Его распяли. И поэтому мы здесь. Но для того, чтобы быть распятым, ему нужно было родиться. Я хочу, чтобы сегодня он родился у нас в сердцах. Давайте встанем, помолимся и воздадим славу нашему Господу, потому что Он достоин. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам свои праздники, даже те, которых Ты не называл, Господь. Пусть этот праздник Рождества каждый испытает сегодня, Господь, в Твоем сердце. Я молюсь, Господь, чтобы Ты сейчас просто излил того помазания Святого Духа, которое Ты излил на меня, Господь, 4 года назад. Господь, я прошу, чтобы сейчас Твой Дух коснулся каждого, Господь, очистил и омыл изнутри, Господь, Твоей силой, Твоей славой, Господь. Я хочу, чтобы мы знали Тебя, Господь, лично, каждый в сердце своем, чтобы мы не обучали никого познать Господу, но знали каждый Его, Господь. Хочу, чтобы мы сегодня, Господь, познали Тебя через это хлебопреломление, которое мы совершим сегодня. Я хочу, чтобы мы в сердце спели, Господь, не только устами, в сердце спели, что Ты, Господь, это Бог всего. Во имя Иисуса Христа. Я склонюсь к Твоим ногам. Все, что есть во мне, все, что есть, посвящу Тебе. Возносим голоса Тебе, наш Царь, достоин, Ты один достоин. Возносим голоса Тебе, наш Царь, святой, святой, Бог богов во славе. Возносим голоса голоса Тебе, наш Царь. Мы вознесем голоса и воспоем небеса. Подобного нет, подобного нет. Мы вознесем голоса и воспоем небеса. Подобного нет, подобного нет. Мы вознесем голоса и воспоем небеса. Подобного нет, подобного нет. Мы вознесем голоса и воспоем небеса.
небеса, подобного нет, подобного святой, святой. Бог богов во славе, возносим голоса к Тебе. Наш Царь достоин, Ты один достоин, возносим голоса к Тебе, наш Царь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня привел нас в свой храм, Господь, за то, что Ты даешь нам здесь, в земле Израилевой, которую, Господь, Ты избрал для того, чтобы построить здесь храм имени Своего, Господь. Мы благословляем великое святое имя Твое, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты, Господь, пришел сюда, Господь, оставив всю свою славу наверху, там, у Небесного Отца. Уподобился нам, людям, Господь, прошел весь земной путь от зачатия до смерти, Господь, испытав самую унизительную смерть на этой земле, чтобы каждый из нас жил, Господь, и имел жизнь вечную в Твоей крови, Господь, как завет. Господь, мы просим Тебя сейчас, чтобы Ты был здесь с нами, Господь, чтобы Ты очистил сердца наши, дал нам новое сердце, Господь, каждому из нас, которое будет знать Тебя, Господь. Чтобы Ты обличил все наши грехи, Господь. Чтобы Ты обличил и избавил нас от них, Господь. Омыл кровью завета Своего изнутри, Господь. Чтобы тело Твое, которое за нас было ломимо 2000 лет назад, чтобы мы приняли его сегодня достойно, Господь. Достойно провозглашения Твоей смерти для того, чтобы осуществилась наша жизнь, Господь. Я благословляю сейчас эту трапезу Господню, благословляю это вино, Господь, которое есть кровь Твоя за нас проливаемая. Благословляю этот хлеб, Господь, который есть тело Твое за нас ломимое. Барух ата Адонай, Элохейну мелех ха-олам, моци лехем мин ха-арец. Барух ата Адонай, Элохейну мелех ха-олам, боре при ха-гефен. Амен. Господь, просто благослови эту трапезу сегодня. Сие творим в Твое воспоминание. Амен. Возносим голоса Тебе, наш Царь, достоин, Ты один достоин. Возносим голоса Тебе, наш Царь, святой. Возносим голоса. Воспоем небеса, подобного нет, подобного нет. Мы вознесем голоса и воспоем небеса, подобного нет, подобного нет. Мы вознесем голоса и воспоем небеса, подобного нет. Община. Хорошее слово, спасибо, Авель. И на самом деле хочу сказать, кто еще не в курсе, что мы переезжаем в новое здание совсем скоро? Кто не в курсе? Это здание не так далеко здесь находится, находится вот здесь за этой стенкой. И на самом деле у нас там идут ремонтные работы сейчас. И я
благодарен каждому, кто участвует в этих работах. Если кто-то хочет присоединиться, просто можете или ко мне подойти, да, кто может, у кого есть вечером время, просто прийти и поработать. Может быть, у кого-то днем есть время. Потому что работы там на самом деле не початый край, на самом деле. То есть мы, знаете, ремонт, как говорится, начать легко, но закончить он как бы бесконечный какой-то ремонт у нас там. И на самом деле я благодарен вот Олегу, Толику, там, Артему, Леше и многим-многим-многим людям, которые здесь участвуют. Игорю, да, то есть стекла там поставлял. И на самом деле... Я хочу сказать, что спасибо вам, дорогая община, также за стулья. Стулья, которые вот мы сейчас собираем деньги на стулья, да? Деньги вот Наташи за стулья. Мы уже собрали 11,5 тысяч. Это старая информация. Старая информация, да? Сколько у нас? Окей. Вот Виктор еще хочет добавить. И на самом деле, сколько там еще уже? Сколько есть сейчас? Вот с этими деньгами 11600 мы уже собрали. И осталось совсем немного. Там у нас общая сумма, по-моему, 19 с чем-то там должна выйти, да? Чуть больше, да? Там около 20 тысяч нам надо сейчас собрать для того, чтобы заказать новые стулья для нового зала. И на самом деле я благодарен каждому, кто вот покупает этот стул для себя, покупает для своих родственников, для своей семьи. Верой просто, и Господь да благословит вас. Те, кто остаются на шабатнее служение, я буду рад, что вы будете здесь именно на молитвенном этом служении. Те, кто хотят идти, мы благословляем вас. Шаббат шалом, дорогая община, и будьте благословены. Аминь.